слышат, и видят, надеюсь. Так я понял. Иван Васильевич, что по телефону разговаривает сегодня? Или закончил? Добрый день. Коллеги, сегодня мы обсудим ряд вопросов текущего характера. В первую очередь, конечно же, связанную с положением дел в ваших районах, с экономическим и природно-климатическим, скажем так, с вопросами подготовки к зимнему отопительному сезону, вопросы к зимовке, вопросы состояния сегодня бюджетных расходов на муниципальном уровне, то, о чем мы с вами говорили, ну и ряд других очень важных проблем, которые сегодня стоят перед нами. Как я и обещал, наши встречи будут носить плановый характер. Они не будут иметь такой определенной повестки дня. Это одна из возможностей с вами встретиться и поговорить вот так, когда вы можете здесь, ну, скажем так, в неформальной уже обстановке высказать какие-то проблемные темы в ваших районах. Ну и я смогу для вас донести то, что хотел бы видеть в делах ваших муниципальных образований. Итак, вопросы сельского хозяйства. Заготовка кормов. С многими из вас мы говорили на эту тему и неоднократно в последнее время, достаточно часто и эффективно. Весна и начало лета были, ну, если не сказать уж очень благоприятны, то по крайней мере способствующими для того, чтобы начать косить. Я знаю о том, что во многих районах это мероприятие, этот процесс прошел и проходит достаточно успешно. Но хотел бы подчеркнуть, в этом году вы слышали, наверное, и знаете о том, что буквально вот несколько недель тому назад, в июне, на заседании Народного Курала, мы приняли ряд поправок в бюджет, в том числе касающихся дополнительных, подчеркиваю, дополнительных финансовых ассигнований на сельское хозяйство, на государственную поддержку. И по некоторым статьям эти ассигнования в разы превосходят то, что было в прошлом году. И, безусловно, я и правительство ожидают, что все те средства, которые будут направлены по господдержке, они дадут эффект. А для того, чтобы этот эффект произошел, здесь нужна ваша активная позиция. Не просто активная позиция, а работа. Я сейчас конкретно не буду перечислять статьи господдержки, по которым наши сельхозтоваропроизводители получат конкретные дополнительные финансы в этом году. Вы все об этом прекрасно знаете. Единственное, что сегодня, вот вчера буквально с Сатьяевым мы говорили о том, что на сегодняшний день, по-моему, около 40% уже доведения до непосредственных получателей есть. Он мне отрапортовал это. В принципе, неплохая цифра на первое полугодие текущего года. С учетом поправок, которые мы приняли, я планирую, что конец третьего квартала мы доведем эту цифру вдвое до 80%. И на оставшийся период, четвертый квартал, доведем все остальные виды государственной поддержки, финансовой поддержки. Ваша задача сегодня внимательно проследить, чтобы каждый рубль дошел до конкретного крестьянско-фермерского хозяйства. Ваша задача на сегодняшнем этапе проследить, чтобы эти средства дошли, как бы мягко выразиться, корректно. Для примера, приведу конец прошлого года Юстинский район, хотя подобное происходило и в некоторых других районах республики. Крестьянско-фермерское хозяйство
не буду называть конкретно, и фамилии не буду называть конкретно, но руководитель крестьянского фермерского хозяйства находится под арестом, в СИЗО, по его доверенности, на десяток с лишним миллионов рублей КФХ получает государственную поддержку. Сегодня следов и результатов нет, потому что руководитель КФХ просто-напросто в Перми ожидает суда. А спросить не с кого. Повторюсь, это, конечно, беспрецедентный случай, но факт того, что именно от вас должна уходить корректная информация и правильная информация о том, что то или иное крестьянское фермерское хозяйство СПК достойно или недостойно получения государственной поддержки, он остается непреклонным. Знаю, что можете возразить или, по крайней мере, объяснить, что вот не всегда Минсельхоз, общественный совет при распределении этой государственной поддержки к вам прислушивается. Но вы все знаете о том, что у вас есть напрямую доступ ко мне и доступ для того, чтобы довести подобного рода информацию, чтобы пресечь на корме. Почему этого не происходит, не знаю. Недавний случай по Малолебедовскому району. Тоже не буду называть конкретно хозяйство и фамилию, но при наличии рядом точно таких же законопослушных, эффективных хозяйств государственной поддержки почему-то уходят в те хозяйства и тем людям, которые уже на протяжении многих лет. Я не говорю, что они неэффективны. Сейчас речь не об этом. Но ведь мы должны поддерживать весь спектр товаропроизводителей. Чтобы у нас не было такого, чтобы в одном районе вот есть там обойма, скажем так, получателей государственной поддержки. И на этом эта обойма не расширяется. А где молодые предприниматели? Где молодые хозяйства? Вот сегодня мы, допустим, увеличиваем в разы по поддержку по программе устойчивого развития сельских территорий, в частности, по строительству жилья для молодых и начинающих фермеров. Мы с Андреем Кишинчем были на тех землях, которые вот мы несколько лет тому назад вернули в республиканский земельный фонд, вернее, в районный муниципальный фонд. Мы видели там молодых предпринимателей, молодых фермеров, которые сегодня в степи, в песках, даже без электричества строят свое хозяйство, строят свою жизнь, строят свои семьи. Надо их поддержать, в семьях. Я об этом Адееву сказал, Андрей Кишевич. Вы обязательно это учтите. Буквально на днях начнется рассмотрение этого вопроса. И все вот эти хозяйства, которые там, ну там я помню, есть несколько хозяйств, где, давайте говорить откровенно, есть поддержка и родственников, и уже достаточно крепко стоящих на ногах. Но есть и молодые фермеры, предприниматели, которые такой возможности не имеют. Вот им надо помочь. Это я еще раз повторюсь, только для примера. Это первое. Корма. В связи с кормами соответствующий вопрос по поголовью. Вы помните, мы в феврале с вами говорили на эту тему. По статистической отчетности, по учету скота, по тому, что у нас есть реальное распоряжение. Вот так в частных разговорах, неформальных, вы всегда говорите о том, что, ну вот, допустим, там есть реальное, поголовье не реальное, а которое показывает. Спасибо, Радович, но там его поболее будет, процентов 10-15, в лучшем случае. Так, займитесь этой работой. Наладьте организационную работу среди своих отделов сельскохозяйства. Наладьте работу учета по подворью. Но, вы поймите правильно, получив
беспрецедентную сумму государственной поддержки по текущему 2015 году свыше 1,2 миллиарда, показать снижение, это будет выглядеть не то что неэффективно, а это будет выглядеть просто-напросто развалом всей работы в животноводстве в частности. А вы знаете, что там основные суммы идут по возмещению процентной кредитной ставки, по мясному скотоводству, по племенному скотоводству. Это все те поддержки, виды поддержки, которые работают и должны работать на рост поголовья. А что мы показываем сокращение? Вы недавно проводили и принимали участие в коллегии Минсельхоза. Я, к сожалению, не присутствовал там, но знаю цифры, которые вы возмещали. Это не дело. При том, что, еще раз повторюсь, вы, как никто другой, реально знаете, что, ну скажем так, ни падежа, ни большого уже огромного спроса, который повлиял бы на такое снижение, таких вот факторов-то нет. Приведу ленинскую фразу, социализм – это учет. А учет зависит от вас, от организации, работы ваших студентов. Это что касается сельского хозяйства. Теперь по оптимизации бюджетных расходов на муниципальном уровне. Вы помните, мы дважды, по-моему, на эту тему говорили. Сегодня уже есть некоторые результаты. Вот у меня данные из правительства по образованию единой администрации РМО и спорта. КИБРУ вообще не рассматривается. Приютинская вообще не рассматривается. Молодельбеновские считают нецелесообразным. Хотя мы обсуждали, и вы говорили о том, что вы входите в число пилотных районов. Сарпинская не рассматривается нецелесообразным. Целинная в процессе рассмотрения. Ладно. Ешелкинская не рассматривается. Это как понимать, Олег? Вы отказываетесь от своей собственной инициативы, поддержанной вами. Иван Васильевич, вы больше всех тогда рассказывали на эту тему, когда здесь сидели в зале. Если не ошибаюсь, это было в марте месяце. А на сегодняшний день, по моим данным, вот у вас доходы 202, а расходы 205. Централизация бюджетного бухгалтерского обслуживания не рассматривается. Образование единой администрации РМО, СМО нецелесообразно. Или вы сегодня определяетесь, вас ведь под пистолетом никто не гнал на эту тему. Или вы сегодня отказываетесь от своих собственных слов, и мы эту тему закрываем. Я говорю по тем районам, которые я упомянул. Сегодня, по моему поручению, правительство вам разошлет этот материал, который у меня есть на руках. Или же вы все-таки до конца года, как мы и говорили, что тема достаточно сложная и трудная. Ведь не делали ее под какую-то дату, под какую-то кампанию. Мы говорили то, что мы обязаны с вами сделать. С учетом, что нам предстоит, это еще 15-й год цветочки, а предстоит реальное, ну, если не сокращение, то, по крайней мере, максимально эффективное расходование своих собственных средств и зарабатывание новых. А новых у вас не будет. Значит, оптимизация своих собственных расходов только единственный возможный вариант решения проблемы. Поэтому, коллеги, после моего выступления жду от вас какой-то ответной реакции. Жду комментариев. Третий вопрос. Мы говорили, и у меня уже просто... Я вам говорил о том, что на эту тему возвращаться не буду, но напоминаю. Противопожарная безопасность. Я что, Черноземецкий район. Вы говорили про, помните, там, по-моему, 16 или 17 июня, когда этот пожар спалил у вас тысячи гектаров.
Не проходит и двух недель, 24 числа. Ну да, пожар пришел не от нас, а с Астрах. И пожар произошел в основе своей на территории заповедника. Если не ошибаюсь, Валерий Игоревич, вы там выставили, да, пожарную машину? Сразу отреагировали. Коллеги, давайте к этому отнесемся крайне серьезно. Опашка населенных пунктов должна проведена быть в ближайшее время 100%. Юрий Николаевич, это к вам относится. Сарпинский район — это единственное, по крайней мере, по цифрам, которые у меня есть, по показателям, по данным, где конь не валялся. Может быть, я и не прав, это у меня недельной давности информация. Но еще раз повторю, изыскивайте свои собственные средства, находите возможности, решайте проблемы. К Тельму Пикеновичу были претензии, но ведь я ж гулять не смогли справиться с этой ситуацией. И сегодня, ну там, еще не до конца, конечно, но практически завершает эту работу. Валерий Николаевич, Киченеру сказал, очень внимательно прошу отнестись к вам. Вы тоже там отстающий на сегодняшний день. Так я отстающий здесь выделять как-то сложно, потому что в целом по республике процент выполнения данного вида работы по противопожарному обеспечению сельских населенных пунктов крайне низок, крайне. Поэтому вот здесь Игорь Батович рядом со мной присутствует, я не знаю, вы видите его или нет, но поверьте, он рядом. Так вот, двухнедельный срок, 15 июля. И подчеркиваю, не 93, не 95, в 100% объеме все населенные пункты, меры по защите населенных пунктов должны быть проведены. К этой же теме, весной текущего года, мы провели с вами очень хорошую работу. Спасибо, кстати, всем за то, что так хорошо откликнулись. Я имею в виду, мы почистили степь, почистили населенные пункты. До мая, в мае все было хорошо. Июль опять. А ведь та же самая бутылка, вы же знаете, при там определенном стечении обстоятельств, это фактически зажигалка в степи. И поэтому здесь уже речь идет не только о том, чтобы степи, наши придорожные дороги были чисты, но и угроза пожарной безопасности. Пожарная опасность. Еще раз я повторю свои слова. Я считаю и думаю, что вы разделяете это мнение со мной. Это не должно быть компонентично. Мы должны и обязаны наши населенные пункты держать в чистоте. И причем не только трассы, не только дороги, не только районные центры. Ставьте задачу перед руководителями СМО.